вами снова Элина, и сегодня у меня будет такой небольшой обзор на один бренд французской косметики, который я до этого, честно говоря, не знала. Но я их нашла в интернете, написала им, что хочу попробовать их продукцию, и они мне на выбор прислали 3 продукта. Этот бренд называется, если я правильно прочитаю, La Savonnerie du Pilon du Roy. Вот. Это французский бренд, французская косметика. У меня особое отношение к Франции, к французской косметике, парфюмерии. Мне кажется, это вообще должны быть лидеры продаж, это зачинщики всего вот этого мира парфюма, косметики, красоты для меня, по крайней мере. И, конечно, да, всегда с особым трепетом отношусь именно к косметике из Франции. Было очень приятно, что они согласились мне прислать, попробовать, потестировать. Вот около месяца где-то я эти продукты пробовала, поэтому сегодня хочу вам о них рассказать. Я думаю, этот бренд вам так же, как и мне, наверное, еще не знаком. А если знаком, обязательно пишите в комментариях, если вы тоже что-то из этого бренда пробовали. Итак, первый продукт. Это вот такое вот мыло, оно у меня стоит на кухне, поэтому не настолько много я его потратила. На самом деле все продукты очень медленно тратятся. Мыло называется Savon Liquid Marseille. Я вообще с французским не сильно дружу. Это мыло идет с вербеной и, насколько я помню, с маслом ши. Вот, и, по-моему, 98% этого продукта является натуральным. То есть, конечно, есть что-то там, но очень, да, в маленьком процентном содержании, а так практически на 100% продукт натуральный. Вот, мыло очень хорошо пенится, оставляет на ручках приятный аромат какое-то время, что тоже довольно-таки приятно. Пахнет, сейчас, кстати, понюхаю, я даже уже забыла, чем он пахнет. Ну да, наверное, ну вот, вот этой вербеной, наверное, он пахнет, то есть такой немножечко какой-то травяной аромат, я бы сказала, очень приятный. Вообще, первое, что меня, конечно, поразило, когда открыла уже эту посылочку, коробочку, вот этот аромат именно французских, вот этих, я не знаю, как сказать, парфюмов, то есть такой дорогой запах, я даже не знаю, какие конкретно идут запахи, но уже чувствую вот этот вот букет из разных запахов, очень, конечно, приятно. Вот, такое вот мыло, да, ну, в принципе, про мыло особо больше сказать нечего. Мыло мне нравится, очень медленно используется, поэтому, да, на все 3 продукта оставлю вам обязательно ссылочки. И да, поскольку информации не так уж и много, буду говорить еще и цены, у мыла цена 9 с чем-то евро. Вот, следующий продукт, это вот такая вот туалетная вода, спрей, здесь ваниль и пачули. Конечно, туалетную воду сложно выбирать, когда не знаешь, как она пахнет. Вот брала наугад. Ваниль всегда у меня идет хорошо, люблю ваниль. И пачули, я не так давно снимала видео, кому интересно, может найти у меня тоже, о масле пачули. На самом деле, масло пачули обладает очень многими свойствами, в том числе оно такой как антидепрессант, повышает настроение, что очень помешает, особенно осенью сейчас. Вот, поэтому выбрала именно такое сочетание, ваниль, пачули, в принципе, не ошиблась, очень такой приятный аромат, такой даже вечерний, какой-то такой вот женственный, как, да, мне кажется, именно даже больше подходит на вечер. Вообще у меня тоже есть другие французские духи с французских фабрик, точнее, с одной французской фабрики, уж ладно, не буду так совсем, вот, и тоже такой вот, тоже какой-то запах, ну, нетипичный, знаете, то есть, когда вы идете в обычную, конечно, парфюмерию, покупаете, да, какие-то известные бренды, все равно ароматы там более какие-то типичные, то есть, вот эти французские, какие-то магазинчики, фабрики, у них свои какие-то ароматы, которые, как мне кажется, пахнут совершенно по-другому. Вот, и этот аромат мне тоже очень нравится, всем, кстати, нет, праздник. Вот, то есть я думала, если честно, вот пачули запах отдельно мне не нравится, но вот в сочетании с ванилью создает очень такой приятный аромат, даже не могу его описать, ну да, вот для меня это какой-то вот именно вечерний аромат. В плане стойкости такой средний, я бы не сказала, что он очень сильно стойкий, как мне кажется, а может быть он мне настолько подходит, что я его перестаю чувствовать через какое-то время, но да, и не настолько прям очень сильно. Когда брызгаешь, кажется, что аромат такой прямо насыщенный, но через какое-то небольшое время он уже чуть-чуть выветривается и становится таким более легким. Даже какой-то вот мед, что ли, есть. Так вот нюхаешь, такое, конечно, какая-то сладость. И здесь идет 92% натуральных ингредиентов в этой туалетной водичке.
И стоит она 16, там тоже с копейками, евро. Вот, очень приятный запах. У них там есть еще тоже разные другие запахи. Так что, кому интересно, посмотрите. Вот, я считаю, что для французской парфюмерии, конечно, 16 евро это очень дешево. Ну и третий продукт, который, по-моему, компания мне даже сама предложила, потому что чего-то другого у них не было в ассортименте. И, в принципе, я рада, что они мне предложили. Это вот такое вот аргановое масло, но оно необычное, потому что оно сухое. Точнее, да, оно выглядит как обычное масло, но оно очень быстро высыхает, и если вы его трогаете, так сказать, то оно, да, не настолько жирное, как обычное масло, то есть вот какое-то сухое, так сказать. А здесь идет 97% натуральных ингредиентов, оно стоит 17 евро. Вот, и да, чем хорошо это масло, что оно быстро высыхает, то есть когда вы носите его на ножки, я вот сейчас наносила, остается чуть-чуть такое, конечно, такая, как сказать... Пленочка, в принципе, которая создает также блеск, что очень хорошо, мне кажется, на теплое время года, на лето, или когда вы куда-то там, может быть, едете, или если у вас тепло, где вы там живете, то очень классно наносить на голые ножки, например, когда вы куда-то идете, особенно на загорелые, очень красиво они блестят, вот эта пленочка остается и создает такой вот эффект, что у вас очень красивое, блестящее, подтянутое, упругое тело. Вот, поэтому масла я, в принципе, конечно, очень люблю наносить. Но многие из масел очень жирные, очень плохо впитываются, поэтому, конечно, не всем это нравится, не всем это приятно. Вот сейчас я нанесла, кстати, масло на сухие ножки, конечно, оно не так быстро впитывается, возможно. Мне кажется, на влажную кожу оно как-то быстрее впитывается. Вот, и, ну, в принципе, все равно, вот я сейчас трогаю, оно уже практически такое сухое, как вот, да, такая остается чуть-чуть пленочка, то есть, конечно, относительно других масел не настолько оно жирное, и его также можно наносить на лицо. Я делала пару-тройку раз массажи с этим маслом, вообще делала массажи каждый день, но, знаете, у меня пошли какие-то такие вот прыщички. Я не знаю, чего на самом деле, я не говорю, что от этого масла, я думаю, может быть, вообще от масел. Возможно, я как-то закупорила поры этими маслами, поэтому пока что сейчас вот я маслами для лица перестала пользоваться. Хочу посмотреть, пройдут ли у меня эти прыщики или нет. Вот, да, просто хочу разобраться, от чего же у меня такое вот дело пошло. Может быть, я думаю, что это все-таки не от масла, никак не зависит, но вообще это масло можно носить и на лицо, и на тело, то есть оно, да, конечно, хорошо подходит. Ну и, конечно же, что это масло, что, по-моему, мыло тоже сказано, что они очень хорошо подходят для сухой кожи, они хорошо увлажняют, и, в общем, они такие очень натуральные, что в наше время довольно-таки ценится. Поэтому вот, могу вам посоветовать такой интересный новый бренд. Ну и масло, на самом деле, я не пользовала его, конечно, каждый день, пользовала периодически, видите, тоже очень медленно тратится. Поэтому думаю, что будет хватать его довольно-таки надолго. Хотя, в принципе, нужно довольно-таки много пшикать, чтобы нанести его на все тело. Вот, но как-то у меня так не сильно много его потратилось. Вот, ну, в общем, это все, что хотела на сегодня вам рассказать, показать. Да, если уже этот бренд пробовали, обязательно мне напишите, будет интересно. Кстати, забыла еще сказать про это масло, уж раз я его держу в руках. Про его аромат, да, оно пахнет таким апельсинчиком, наверное. Или апельсиновым деревом, такой вот что-то сладкий апельсин, какой-то запах тоже очень приятный, когда наносишь на тело, очень приятно потом от него пахнет. Вообще это плюс, конечно, да, вот такой вот, как сказать, косметики, которая идет с маслами какими-то ароматическими, что потом от вас довольно-таки продолжительное время приятно еще пахнет. Ну, мне кажется, для многих это плюс. Вот, ну и все, что я хотела сегодня сказать. Увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Пишите комментарии, лайкайте мои видео. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!